До главного музыкального события этой зимы остается всего несколько дней. Фестиваль «Рок-февраль» традиционно пройдет в Иванове уже в 26-й раз. В этом году ожидается около 50 рок-групп, причем не только из Ивановской области. Заявки прислали музыканты из соседних регионов, а также коллектив из северной столицы и Республики Беларусь. Организаторы приготовили для участников несколько номинаций, в том числе хард-рок, альтернатива и рок в акустике. Послушать живые выступления приглашают всех желающих. Более подробную информацию можно уточнить в группе фестиваля ВКонтакте. Финал у нас будет в областном дворце культуры и творчества. Там уже сказали, озвучили даже билеты, 100 рублей будет, по-моему, на них. Так, это будет 24 февраля. Будет финал, это целый день, ну и награждение там, все номинации. А так мы начинаем 3 февраля, вокал, рок в акустике. 9 февраля – экстремальная рок-альтернатива. 10 февраля – панк-рок, неформат. 16 – традиция хард-рок. 17 февраля – прошлогоднее новшество – кавер, то есть кавер-группы.